Друзья, добрый день. Месяц назад я показывала свою ежевику, Жизину. У нее не было ни одного побега замещения. Итак, какие меры я предпринимала по этому поводу? Я взяла, взрыхлила, наверное, в метре все в радиусе приствольного круга. Все взрыхлила маленькой лопаткой. Потом взяла, развела столовую ложку кальциевой селитры на большую лику воды и пролила. Только вот я не помню, один раз проливала или еще раз. Все замульчировала и закрыла. И забыла, так сказать. Буквально 3 недели спустя, 2,5-3 недели, я смотрю, а у меня уже вот такой вот побежек. Вот видите, довольно-таки толстенький. А вот рядом с ним еще вот такой вот малипуська растет. Вот, видите? Вот. Теперь мне нужно взять бутылку, пластик и старый электрод. И аккуратненько пригнуть, чтобы не обломить. А вот тут еще она собралась с нижней подушки. Вот видите, цвет набрала. Вот, вот яблоко. Верхушку мы съели. Тут тоже ели. И тут вот уже срывать. Увидим. Посадила здесь ежевику, потому что здесь находится вдоль забора аллея плодовых. Посадили здесь сливы. Позднеспелые. Позднелетние, я бы так сказала. Вот, и яблони. И очень даже удачно. Здесь сетку не натянешь на ягоду, а крона, она очень хорошо способствует тому, чтобы ягодка от солнца была закрыта листвой. И она не подпекается, абсолютно ровненькие все пиксели, несмотря на то, что у нас такая жара. Вчера, например, было около 40. Видите? Вот. Заказала на осень, кажется, называется Елена ежевичная история. Еще 2 кустика ежевики под названием подарок. Хочу также посадить здесь рядышком. Вот здесь вдоль забора лежат у меня автомобильные коврики. А сверху резиновые автомобильные коврики, а сверху вот такие дверки, створки, я не знаю, там от ларей холодильных, от холодильников. Знаете почему? Потому что здесь был лес густой соседской малины. Просто лес густой. Она пролезла. Некуда было от нее спрятаться. Она так и лезла. Вот видите? Вот видите, одна зараза все-таки так и вылезла. Что мы сделали? Мы взяли, углубились где-то на полметра вдоль забора. Сосед нам дал старый шифер. И мы проложили здесь весь забор. Проложили вот этими вот кусками шифера. Я думаю, что за 3 года очень хороший результат. Потому что по сравнению с тем, что было и сейчас, это вообще существенная разница. Вот. Вот видите, там обшивка. Вот эти крышки. Потом эти крышки у меня пойдут для укрытия, для ежевики. Буду делать из них домик. Она хорошо под ними зимует. Она не выпревает и не замерзает. В этом году посадила еще 2 куста. Это гай я посадила и кеда. Вот. Ну и в теплице еще посадила ежевику. Так что все вот эти крышки, они пойдут на укрытие, чтобы ягодка была на следующий год.
мы оставляем щели для вентиляции, делаем конструкцию, укрываем. Очень удачно получается. Она как бы зимует в домике. И то же самое для роз. Вот. И ни одна роза, несмотря на то, что у нас 30 градусов мороза, ни одна роза не пропала, не замерзла. Вот. Ну все, собственно, друзья, что я и хотела вам показать. Всем мира и добра.